СП мини. Включение к серверу. Хочу в больницу. Ай, ладно, все, ладно. Вы умерли. Где мой кик? А, еда. Ща, приду. Извиняюсь. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Прив. Фу. А я умер. Я умер. Same, bro. У тебя как дела? Кстати, когда первый раз в Майнкрафт играл, я думал, что существует каменная броня. Мне казалось это логично. Инструменты есть, значит, должна быть и броня. Да. Но оказывается, камень натянуть на себя невозможно. Как так? Кто-то играет, конечно, флешбэк какой-то. Кто это? С этими, с нижними подчеркиваниями. Капец, позорище. Не то, что XP3. Это, да, элитное, я бы сказал. Таджикистан. Да, кстати. Таджикистан прекрасен. Или Казахстан. Ну, Казахстан не актуально, поэтому будем шутить про Беларусь. Беларусь прекрасна. А почему она не стакается с этим? Типа, это палка, а это ветка. А, блин, такая разница большая, согласен. Все. Ягодки. Здравствуйте. Прив. Так на меня смотрит Прив. Там человек у тебя? Да. Он что-то пишет, что территория занята, я тогда уйду. Ку. Кукуха. Ку. Он так смотрит на меня. Этот дом заприлачен, гнид. Это твои ягоды. Да. Да. Капец, он умный. Капец, плюс друг. Все, капец. Мы с ним ягоды ждем. Все, мы теперь ягодные магнаты. Мы сейчас весь сервер захватим, и они будут нас покупать ягоды. Сейчас. Зомбаки полезу. Что делать? Будем. Эдди. Копай грязь. Ок. Все, бум, бум, бум. Все, мы спаслись. Ну ничего. А, так, назову тебя... Дед Малин, рандомное имя быстро выдай мне. 2 килограмма риса. Нет, нормальное. Андрюша. Андрюша. Блок земли Андрюша. Здесь кто-то был. Опа. Угу. Я тут немножко заберу. Сбивать зомби лопатой. Не нужно вообще. Андрюша Хадукин сделал. И убил несчастный цветок. Капец, он себе прически умеет менять. Только так. Кастомизация Андрюш. Провылезать. Ну, уже светло становится. А как я пойму, кто из них Андрюша? Не понял. Не понял. Что за пиздец? Ай! Нет! 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 Дышать! Нет!